Точно все есть. Три команды, правильно. Привет, сейчас я буду делать пакет трейсер 10, 3, 1, 2. Это последний пакет трейсер в третьем CCNA, и, к счастью, он очень простой. Здесь нам всего-то нужно настроить парочку устройств. Вот у нас есть RA, RB и RC. Три маршрутизатора настроить. Также нам сказано все, что нужно настроить. Здесь просто нужно знать команды, прописывать значения этой команды. Вот у нас даже есть таблица, все-все есть. Также я заранее подготовил файлик с командами, чтобы быстрее это все копировать и вставлять. Ну, потому что это банально просто прописывать долго и не хочу затягивать видео. Смысл прогорать эти команды. Но я их сейчас объясню. Например, RA, мы заходим в конфигурацию терминала, открываем нужный нам интерфейс, ставим hello interval, dead interval, вот сказано это поставить, идентификатор процесса 1, вот, OSPF 1, hello interval, dead interval, вот они. Priority тоже настроен для разных разные, вот 150, например, на этом. Ну и сеть, смотря по таблице. Думаю, все понятно и просто. Копирую команды, открываю RA, командная строка, и просто вставляю команды. Все, у нас все настроилось, и мы видим, что у нас 19 баллов из 70. Давайте нажмем Check Result, чтобы посмотреть, что мы настроили. Смотрим RA, все настроено правильно. Также настраиваем RB. В RB у нас не только... Так, давайте настраиваем RB. Здесь все так же, только другой priority, другой интерфейс. Ну, или интерфейс даже такой же, но не суть. Другая сеть и просто другой priority. RB. RB открываю, командная строка. И также вставляю команды. Все, настроили. Также настраиваю RC. Здесь у нас уже побольше команд, так как это устройство у нас подключено к интернету. И здесь у нас есть еще IP route и default information originate. А так все так же. Копирую и вставляю на RC. Командная строка. Вот и вставляю команды. Все, мы настроили всю нашу сеть. Это было, как вы видите, очень быстро. Также пассивный интерфейс на этом маршрутизаторе настроили. Ну, надеюсь, все понятно. Команды все эти мы проходили. Не знаю, что тут может быть сложного. 70 баллов из 70. Сеть работает, все настроено. На этом все. Пока.